Дорогие соотечественники, разрешите от имени старого солдата Победы поздравить вас с Днем Великой Победы. Этого дня мы ждали 1415 дней и ночей, в результате которого мы сокрушили самого мощного, самого сильного врага, который шел на нас с целью уничтожить все славянское население и подчинить себе жизненное пространство до Урала. За 3-4 недели они пытались это сделать, поскольку вся военная машина гитлеровская была под руководством Германии. 23 государства, сателлита, приползшие на коленях к этому Гитлеру, имеющие преимущество в 4 раза в экономике, 2,5 раза в людских ресурсах, они рассчитывали на молниеносную победу. Но не вышло. Мы им показали Кузькину мать, то есть то место, которое они заслуживают. Это наша победа. От Волги, по которой они дошли за 24 месяца, обратно толкая землю от себя назад, как это говорил Высоцкий. Мы пол Европы проползли, прошагали. 2512 километров. И наши русские парни, Егор, сержант, смоленский партизан, и Кантария, грузинский парень, вместе единили, водрузили знамя Победы над Рейхстагом 2 мая 1945 года. А уже в 1945 году, 9 мая, они были полностью повержены во прах, разоружились, и Рейх перестал существовать. Но жалко, что сейчас у нас, особенно в Украине, я там живу, и там воевал, и там освобождал землю и прочее. Вот все почему-то представляют Гитлера мучеником, что он жертва Сталина и так далее. Но план Барбаросса был создан. И до этого, в 40-м еще году, как нападение на Советский Союз, никакой он не был жертвой. Жертвой был и мог быть только наш славянский народ, который он пытался уничтожить. И сейчас они пытаются перевоевать, пытаются переделать историю. Не выйдет, господа, фашизм не пройдет. Мы, старые солдаты, еще живем. И есть еще порох. Пороховниц. Честь имею. Генерал-майор Советской Армии Ячменев Николай Тимофеевич, прошагавший в строю доблестных воинов 40 лет. С 42 по 82 год. Честь имею.